В Иркуте стартовали Дни культуры Санкт-Петербурга. Они проходят в рамках празднования 70-летия нашего города и в преддверии 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Театр «Балтийский дом» представил иркутинцам спектакль по пьесам Чехова. Молодые виртуозы камерного оркестра «Бисквит» познакомили слушателей города и поселков со своим собственным стилем, исполнив произведения на исконно русских народных инструментах. Героические страницы истории города на Неве открыл Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. О выставке «Непокоренный Ленинград» подробнее в нашем сюжете. И все вещи, которые что для нас очень ценно, это подлинные вещи. То есть эти вещи имели когда-то своих владельцев. Справка о ранении и солдатские смертные медальоны, русско-немецкий разговорник и снаряжение бойцов, уникальная коллекция портсигар и самодельная табакерка. Основа экспозиции – семейные реликвии. Это предметы блокадного быта жителей осажденного Ленинграда и солдатского быта воинов Красной Армии. Тут нет каких-то произведений искусств, тут нет блестящих, шикарных каких-то вещей. Но каждый предмет нам очень дорог, потому что за каждым предметом, их здесь более 250, это стоит человеческая судьба, судьба семьи. А вот вы знаете, из судеб людей, семей складывается судьба города и судьба страны в целом. Есть здесь и вещи солдат вермахта. Это тоже часть истории. Один из разделов выставки посвящен детям войны. Они по мере своих сил вносили также вклад в победу. Мы прикоснемся к великой истории блокадного Ленинграда и здесь, в Иркуте, увидим то, что, в принципе, смотрит весь мир в Санкт-Петербурге. Экспозиция воскрешает в памяти трагические события Великой Отечественной войны, дает представление о том времени, когда впервые был заложен мост дружбы, связавший Иркуту с Ленинградом. Впечатление шокирующее, потрясающее, конечно, выставка очень интересная, небольшая, но объемная очень. Очень порадовал материал, интересный. Есть что посмотреть. Увидеть то, что было, происходило там 70 лет назад, то, чтобы это было настолько страшно. И то, что наш город помогал, непосредственное участие принимал в помощи Санкт-Петербургу. Это вот мы увидим здесь. И за эту выставку огромное спасибо. Лучше узнаем Санкт-Петербург. Очень впечатлило меня и других, вот с кем мы общались. Вот пулемет, который выполнен, изготовлен 14-15-летними подростками в осажденном Ленинграде. С подлинными документами, плакатами, рисунками военного времени и другими экспонатами иркутинцы и гости города смогут ознакомиться в городском выставочном зале. Экспозиция «Непокоренный Ленинград» здесь будет работать до 10 декабря. Марина Иванова, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.